Сегодня Союз театральных деятелей Республики собрался на отчетно-выборную конференцию. Это хороший повод обсудить итоги многолетней работы, наметить планы на будущее. По решению членов Союза председателем на следующие 5 лет выбран артист Чувашского драматического театра имени Константина Иванова Сергей Павлов. Безусловно, главным событием за последние 5 лет стал 2019 год, который прошел в России под знаком театра. Лаборатория национальных драматургов, фестиваль театров юного зрителя, 37 новых спектаклей и больше 8000 культурных проектов. Все это удалось реализовать в республике. В год театра было проведено 8 театральных форумов по всем округам России. Помимо праздничных мероприятий, передачи эстафеты, были проведены мастер-классы, творческие встречи, семинары и все, что помогало артистам повышать свой творческий уровень. 2020 год принес немало испытаний для театральной сферы. Многие запланированные мероприятия так и не состоялись. Но говорить о том, что театральная жизнь замерла, все-таки не приходится. Постановки к 75-летию, Великой Отечественной войне и столетию Чувашской автономной области прошли в онлайн-формате. Будет правильно, если я скажу, что удовлетворительно. При нынешней ситуации, когда вот весь мир болеет огромной трагической болезнью, и как бы вот сохраниться, выжить в этой ситуации, по-моему, это тоже подвиг своеобразный. Любой, наверное, коллектив нашей республики, театральный коллектив, наверное, всегда ставит себе задачи быть достойным времени, быть достойным тем мечтами и желаниям людей, которые сегодня живут, чтобы им было интересно. Сейчас театральное сообщество постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Спектакли проходят при соблюдении всех мер безопасности. Заполняемость не более 50% зала, социальная дистанция и маски. Делается все для того, чтобы зрители вновь смогли наслаждаться живой игрой актеров со сцены. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.